Многоэтажные дома на улице Сабанеева построили 2 года назад. Новые квартиры, прекрасный вид из окон, просторная парковка. Радость от заселения омрачает лишь одно – добраться до домов проблематично. Компания-застройщик «Владстрой-заказчик» хоть и обещала отремонтировать дорогу, но после сдачи домов всю технику с объекта вывезла. Были обращения на сайт «Задел.РФ». Насколько я знаю, там эти ребята с этого сайта не писали обращения в ГИБДД. Лишь сейчас инициативные граждане написали коллективное обращение в Думу города Владивостока с просьбой помочь им в решении проблемы и получили обратную связь. Просто это есть проблема, которая сегодня на повестке дня у администрации города Владивостока и у Думы города Владивостока. Мы работаем единым блоком с пониманием того, что мы должны грамотно распределить финансы, силы, определить первоочередность объектов, которые необходимо отремонтировать в городе Владивостоке. Когда поступило обращение, она уже с серьезной историей, это обращение по ремонту этой дороги к этим домам на Сабанеево. Мы для того, чтобы убедиться еще раз и посмотреть на объемы, посмотреть примерно, как решать эту проблему, с каким подходом, мы выехали на место. Оказалось, что земельный участок, по которому проходит дорога, принадлежит муниципалитету, а не застройщику. Однако и в ведении муниципалитета находится не вся территория дороги. Как вышло, что дом приняли без обустройства подъездных путей – отдельный вопрос. Главное – наладить работу по ремонту дороги сейчас. Важно то, что мы уже включились в этот процесс. Это раз. Второе – есть определенные требования по проектированию, по планировке этого так называемого объекта дорожной инфраструктуры. Есть вопросы, связанные с экспертизой этого объекта, с внесением правильного в бюджет средств на исполнение этого так называемого наказа. Что-то будет исполняться в части через наказ избирателей по нашему муниципальному правовому акту. Что-то будем искать суфинансирование у краевого бюджета. Также жители попросили построить лестницу к близлежащей школе номер 69 и предусмотреть обустройство лееров возле дороги. Рабочая встреча по данному объекту депутатов Думы Владивостока, горожан и представителей соответствующих ведомств состоится на следующей неделе. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, новости на восьмом.